Утром запеканка и какао, на обед суп и картофельное пюре. Малыши с аппетитом уплетают все, что приготовили для них в детском саду. Повара стараются угодить, чтобы было и вкусно, и полезно, и красиво. Дети самые честные критики, из вежливости есть не станут. Дети любят, вот сегодня у нас картошка хорошая, и вот гуляш. Они обычно, вот это самые любимые блюда у них. Они все время, картошка будет, и обычно на ужин булочки спрашивают. Чем почуют детсадовцев и как это все готовится, посмотрели депутаты Гордумы. В детском саду номер 149 дети едят 4 раза в день. Меню составляется заранее на 25 дней вперед с учетом потребностей растущего организма. Работаем мы здесь по цикличному меню, который согласован с Роспотребнадзором. Повторений блюд в течение 24 часов нет. Все, что приготовили, мы оставляем пробу, чтобы любая контролирующая организация могла проверить, посмотреть. Я правильно понимаю, они все официально трудоустроены в криминальной школе? Абсолютно, да, точно. Раньше в сад привозили уже готовую еду. Но пару лет назад от этой системы отказались. Оборудовали пищеблок, и теперь все готовится здесь. Это намного удобнее, говорит заведующая, и безопаснее. Контроль с моей стороны не укоснительно выполняюсь, так скажем, все поручения и все замечания. То есть ежедневно я здесь контролирую питание нашего детского сада. Депутаты проехали по нескольким детским садам и изучили меню дня. Оно в открытом доступе и для родителей. Можно внести свои предложения. Раз в месяц среди родителей проводят опрос. Дети, пользуясь случаем, тоже заявляют о своих желаниях. Просят давать пельмени, желательно каждый день. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.